лучшего друга Сэма. Массаж сделал. Я массаж же потому, что я и сам сделал массаж. Потом Юра делал массаж девушке своего лучшего друга Давида. Теперь у Юры нет ни девушки, ни друзей. Что же он делает не так? Дом 2. Че ты мне щакаешь, дерьмо? Тварь! Стоять, сука! Бабки не отдашь, сдохнешь! Это бегу я. По-моему, нормально. Я научился бегать в 3 года и пуляю до сих пор. Зовут меня Шнек. Почему Шнек, не знаю, просто все зовут и все. Ну, все, кроме родителей, конечно. Родители меня зовут Аристофан. Это нормально? Да, это нормально. Мне 20 лет, работы у меня сейчас нет, то есть у меня ее не было никогда. И подружки у меня сейчас нет, то есть, неважно. Я, знаете что, я в чудеса верю. Да, верю в волшебников, в инопланетян, в приметы, в богов, в духов. Вообще, во много чего верю. Вот, а этот лысый, который меня ждал у подъезда, это Коша. Ему сейчас, кстати, понадобится чудо, чтобы меня догнать. Так что бегу я, можно сказать, зря. Ну, просто в фильмах, которые мне нравятся, там про Лолу, «Карты, деньги» или где чувак в унитаз нырял, там все бегут. Вот и я бегу. Ну, потому что это вроде как по-молодежному. А, Снека, куда бежишь-то? А может, какая-нибудь красотка ждет тебя там за углом, а? Куда едешь-то? Да Соболь звонил. Говорит, у него какая-то тема возникла. Просил подвезти. Хочешь, с нами поехали? Поехали. Человек за рулем Кадиллака Флитвуд 86-го года выпуска зовут Андриан. Мы дружим со школы. Когда я еще кидался сырками в столовой, Андриан уже ставил на уши весь район. Кличка у него тогда была «Злой индус». Но сейчас его так уже, конечно, никто не зовет. Андриан женился, остепенился. У Андриана есть одна привычка. Ну, привычка, не привычка, а так, скорее, хобби. Он постоянно что-нибудь рассказывает, везде и все подряд. Хороший человек и талантливый рассказчик. Ну че, русский, ты как там? Она утонула! Очень талантливый. О! Вася Цой и Женя Соболевский. Соболь. А батя чудит. Опять кино посмотрел. Отец Соболя был хозяином сервиса, пока не спятил на кино, не продал все и не купил себе это заведение. Тогда оно напоминало ему бар Стинга и ресторан Льюиса одновременно. Привет, Эр. Если знать, какой фильм нравится старику сейчас, то всегда можно рассчитывать на кое-какую мелочь или ключи от его джипа. Цой. Звезда по имени Вася. Он мало говорит и много курит. Ну и все, наверное. А Соболь у нас красавец. Это по-любому. Я думаю, все у него в порядке. И с девчонками, и вообще. Вызывает меня к себе. Владимир Путин. Когда я спрашиваю Соболя... Отключает все свои телефоны. Почему он все время врет? Долго-долго так смотрит. Прямо в глаза. Соболь отвечает, что никогда не врет. И говорит. Ну что, Женя, 1 ты у меня остался. Да ладно. Привет, Пузо.
Отнеси боссу спагетти. Давай, давай. Чего не веселый такой? Да. Батя то все чудит. А что такое? Отобрал у меня лопатник. Говорит, не по-пацански деньги в кошельке носить. Я говорю, это Cartier. 300 баксов стоит. Потом, короче, это. Говорит, чтобы я пошел. С аппаратов деньги собрал. Угу. И говорит, забудь об этом. Я, естественно, не пошел. Правильно. Он наорал на меня, что ты деньги не несешь. Сами сказали забыть об этом. Так он начал мне объяснять, что забыть об этом, это не значит забыть об этом. А просто люди его положения употребляют это вместо бля. Я не понимаю, зачем. Бля короче и понятнее. А я летал в Таганрог, а я в гостиницах не нюхал плохой порошок. Пары! Светит и подмигивает мой Кадиллак. А папа маму не любит чудо. Вот здесь вот и подождем. Минут 10, я думаю, есть. А папа маму не любит лажа. Чего ждем-то? Учится тут один артист-куплетист. Торгует первым, вторым номером кислые грибы. О, а вот и он, чучело. Вася, ты мне ксиву дай, а я, посмотри, похож. Я ему ее засвечу, а такую его в наручники и в машину. Шнек, что-нибудь лишнее ляпнешь? Понял. Понял, да? Ты у нас будешь задержан. Да я понял. А задержанные обычно молчат. А, Жень, помнишь, я тебе рассказывал этот? Вот этот, ну, очень похож на него. Так, слушай, да. Давай потом. А это, я когда переженился тогда, один такой сосед был знакомый. Ну, в пруду улицы красотил. Ну, у него что-то даже аппаратный. Здравствуйте, граждане. Майор Стрельников, пойдем в машину. Пять минут водки пришел. Что, не надо, зачем? Ни в чем не виноват. Погодите. Вот, выдыхает, и потом умер. Ну что, студент, попался? Что попался? Я ж тут ничего не понимаю, ребята, а? Мы ж перепутали что-нибудь. Сам все отдашь или нам искать? Смотри сумку. Что у нас тут? Барский Марат Григорьевич. Пакетики с белым порошком, гашиш и анаша до кучи. А что здраво? Афганка. Сиди, Зуев. На 5 лет уже насобирал свои афганки. Все, Абдулаев, поехали. Эй, мужики, подождите. Мне Зураб говорил, что у меня никаких проблем не будет. Что вы в курсе? У него, может, и не будет. Пока. Такие проблемы, которые создаем мы, Зураб твоему не по зубам, его золотым. Подождите, может быть, договоримся, я денег могу дать. Много. У тебя, суслик, денег не хватит, чтобы нас купить. 5000 гривен. Еще барыгу одного сдам. Он здесь торгует, на местных дискотеках. У него всегда на кармане 5 или 10 грамм. Что-то я не видел у тебя таких денег-то, а? А может, подкладочки посмотреть, а? Ну, иди сюда! Иди сюда! Да нет, не с собой! Да нет, с собой денег! Но! Нет, с собой денег! Но я до завтра найду, обещаю. Ну что, Марат? Вижу, парень, ты смышленый. Поэтому договоримся. Завтра на Спотровой в 2 часа дня ждем тебя с деньгами. Марат Григорьевич, не густо. Совсем не густо. Алло, Гуня? Привет, это Женя. Слушай, не хочешь краску купить? У меня белый, зеленый мало-мало. Хорошо. Все, пока. Все нормально.
пьет и пицца в метро. Но ты его за это полюбила. И вас наверх везет фуникулер. Ухмылка на твоих губах застыла. Он курит, пьет и пицца в метро. Ты про него рассказы сочиняешь. Друзья его отребья и быдло. Хотя про них ты так немного знаешь. Это Гунча. Когда-то его отец был большой партийной шишкой в Латвийской республике. В 91-м отец решил перебраться в Москву. Золото партии хватило на ровный бизнес, и он перевез семью. Хватка у Гунча отцовская, и мы иногда обращаемся к нему по вопросам купли-продажи. Ну что, Гуня, поможешь? Жень, только они не барыги, берут для себя. Так что торговаться не буду, сколько дадут, столько возьму. Да и мы, Гуня, не барыги. Какой разговор? Слушай, ты что, хочешь все продавать? Ну, ты жадный, а? А ты что жжешь? Я кошу уже второй день ищет. Я рассказывал друзьям про окружавшие меня чудеса. Про чудо-голубя, которого я видел на балконе, про инопланетян, похитивших мозг моего отца. Но это, конечно, не то, что история Андриана про резинового индюка или доброго гестаповца. И подобного успеха не имели. Можете не верить. Но голуби я точно видел. И светился он, как не знает что. И почему это Дух Святой к тебе прилетал? И инопланетяне. Мозг они у тебя, а не у папы твоего украли. Курил бы ты, Шнек, поменьше. Бубнил бы ты, Жень, поменьше. Иди сюда, хрек. Да я просто в это верю, а вы нет, вот и все. Ну все, едем. А то люди соскочат или деньги потратят. Соседка моя. Обдуваю. Притормози. Сам там дуваю. Ну хорошо, ладно. Привет, Шнек. Здрасте. Как дела? Ну, как это? Ну, с пацанами там катаемся, ну, нормально. Отлично, что я тебя встретила. Да. Слушай, у меня к тебе огромная просьба. Я сегодня уезжаю на неделю, мне кошку не на кого оставить. Ты ведь покормишь ее, да, Шнек? Хорошо. Я тебе ключ оставлю. Ладно, не вопрос. Я уже с подругой договорилась и... Ладно, Анжела, без проблем. Слушай, а куда ты едешь? Секрет. Держи. Между прочим, у меня дома отличный бар. Он в твоем распоряжении. Круто. В рамках приличия, конечно. Чего ты? Она как серьезно, словно снимает мыслью о себе. Все тени пасмурного дня, все может быть. Вот только жизнь не изменит, и смысла нет ее менять. Все будет хорошо. Пусть все будет хорошо, все будет. Ну и чего хотел их высочество? Пусть все будет хорошо, все будет хорошо. Сексу. Чего? Сексу. С кем? С тобой? Можете не верить. Но только вот ключ. Ну и чего? Она дала. Понимаешь, у нас с ней игра такая. Я к ней ночью забираюсь в квартиру, а она типа уже спит. Вот. Я ее связываю, ну и типа насилую. Как будто бы, понимаешь? Она знаешь, как это называет? Любовь, похожая на сон. Да. А у меня это,
Противоратором. Это тоже игра такая. Она, в общем, надевает сверху. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. А вот любовь, да, похожая на сон. Хорошо живется красивым девкам, да? Да. Вот ничего делать не надо, ничего. Просто следить за собой и ноги свои раздвигать пошире. Красивые. Так же ходишь, Нак, да? Да нет. Просто это нечестно. О, Господи, Господи. Где же справедливость? Я не знаю. Start button. Two. Fast forward button. Three. Rewind button. Four. Record button. Five. Complicated music button. Six. Long wave button. Seven. Short wave button. Eight. Hey, are you waving at me button? Pause button. 10. Continuous play button. 11. Noise reduction button. 12. Good morning button. 13. Good afternoon button. 14. Piss off button. 15. Reset button. 16. Repeat button. 17. Repeat button. 18. Flirt button. 19.
Automatic flash unit. 20. Automatic focus unit. 21. Built-in timer. 22. Built-in memory. 23. Low battery indicator. 24. Built-in violence. 25. Ooh, just to shorten that button. 26. Quiet button. Заветное желание to fuck you like an animal. Sleep with me. I want to fuck Это не может быть. Это не может быть. В моей голове это не укладывалось. Не успев стать мужчиной, я стал женщиной. Пути обратного верста на позабытые места. Я ставлю 300 против 100, что опоздаю. Наш студент сегодня без шляпы. Ну что, Вась, я пойду. Как зачешусь, подъезжай. Давай придумай что-нибудь. Попробуй взглядом обмануть. Вернуться с тобой. Слава богу, алкоголь делает женщину легкомысленной. Меня преследует дождь везде, холодный, мокрый, грибной. Когда иду я по улице, он ветрет надо мной. Эти мрачные улицы скрывают все позади. Где серо-желтые здания, и ярче свет впереди. Марат Григорьевич. Почему же ты не смотришь в сторону мою? Мимо, мимо ты проходишь. Хороший мальчик. А я вслед кричу. Если ты ко мне вернешься, все тебе прощу. Ты же знаешь, я тебя люблю. Чего не весело такое?
А на проспекте людей полно, спешат с работы домой. А в голове так вертится, что ты идешь и со мной. Слеза сольется моя в окно, с колючей капли дождя. Я ненавижу тебя за все, и не могу без тебя. Почему же ты не смотришь в сторону мою? Мимо, мимо ты проходишь, а я вслед кричу. Если ты ко мне вернешься, все тебе прощу. Ты же знаешь, я тебя хочу. Что ты здесь делаешь, корова, в моем белье? Пятерку подняли, рабочий день закончился. Пора, Вась, разогреть мне хот-дог. Номер первый — прекрасная женщина, борец за права всего живого. Добры! Добры! Я ее, можно сказать, на улице подобрал. Добры! В чем мать родила? Подержал, обогрел. А когда попросил называть себя Соболь, сразу позвала в гости. Экологическая женщина. Правильно говорят, убей бобра, спаси дерево. Вы можете спасти любимую песню на энергии, отправив свой голос в адрес смс-парата и слушать ее чаще. Шнек тебя сюда привел. А где же он сам? Я не знаю. Как это? А где твоя одежда? Понимаешь, мы... Я вчера только приехала, и я никого здесь не знаю. И девушка... А мы с ней в поезде вместе ехали. Она москвичка. А мы с ней пошли в клуб и... Документы и деньги все в сумке, а она на машине. Номер машины не помнишь? Нет, я не помню номера. Я Шнека встретила, а он меня к себе позвал, и я думаю, что это его квартира. Да уж, его. Это моя квартира. Гады опять разлили нефть. Где? В Средиземном море. В Средиземном море? Это что такое? Что это такое? Это мамина шуба. Ты даже не представляешь, какой я ей скандал закатила.
Я 2 недели с ней не разговаривала. Она все равно купила. Мы хотим, чтобы наши взгляды разделяли миллионы. А не можем убедить даже своих родных. Попробуй ее убедить. Ну ничего, ничего. Скоро они нам за все ответят. За все? За каждую мертвую медузу. За каждого толстолобика. За каждого дельфина. За каждого пингвина. За каждого лосося. И за каждого лося. Ну и? Мы же с ним выбили, и он... Мам, приставай ко мне, мальчик. Тушнет? Да. Пристал вообще, вот всю одежду порвал и... И съел. Ну зачем? Ну зачем? И вообще зашнили. Мы же выпили. Охотно верю. А сам-то он где? Я бы ему очень хотела пару слов сказать. Матерных. А он ушел. Как ушел? Голый? Да. Я же тебе говорю, он представить ко мне начал. Я его раз за дверь и закрыл. Все. А это ты молодец. Сделаем это на шубе. Слушай, у меня такая ситуация. Я тут с одним мужчиной встречаюсь. Да. И еще с одним встречаюсь. Первому сказал, что поехала к матери в Свердловск. А сама взяла и уехала ко второму. Дура. Мерзкий француз. Жадный до жути. Я от него сбежала. Вот теперь не знаю, что буду первому говорить. Я его месяц уговаривала, чтобы уехать, а сама осталась. Начнет подозревать, матери в Ебрук звонить. А я зачем могу помочь? А мы скажем, что ты моя подруга детства из Свердловска. Приехала без предупреждений, никого в Москве не знаешь. Ну, естественно, я осталась. А я тебе город покажу и с людьми познакомлю, хорошими. Как Шнек? Как Шнек? Когда я поняла, что эта французская жаба не собирается устраивать мне Дольче Виту, я забрала у него кредитку, незаметно, и первым рейсом в Москву. Так что идем Алис тратить, потому что Дольче Вита не там, где жабы, а там, где деньги. Обожаю белье. Я бы его все скупила. $300? А зачем платить такие деньги? Все равно никто не увидит. Ну, узнаешь. Одеваться можно в секонд-хенде. Но белье должно быть супер. А потом, кому надо, тот увидит. Алиса? Алиса? Заходи. А? Заходи, заходи.
чего у тебя руки дрожат? Это я боюсь, что нас с карточкой засекут. Не бойся, не засекут. Знаешь, я же совсем забыл. Мне нужно бежать. У нас сегодня демонстрация возле зоопарка. Какая демонстрация? В пользу животных гомосексуалистов. Наш девиз – гомосексуалисты тоже животные. Можно я с тобой пойду? Не, не, нельзя. Акция не санкционирована. Могут быть проблемы с властями. Так, шуба. Я сожгу ее на глазах у сотен буржуев. Жень, будь осторожен, ладно? Буду. Все, пока. Я пошел. Номер два. Зовут Илона. Шоу-бизнес-вумен с грудью. Слушай, ко мне подруга приехала. Без предупреждения, да, из Свердловска. Я осталась, да, конечно. С удовольствием, а где? Через 2 часа, да? Хорошо. Все, давай. Целую, обнимаю, пока. Ты же вас не знаешь, а я же вас музыкант. По крайней мере, я и так представился. Зачем-то. А дело было так. Потащил меня батя шансон слушать. Моему старику отказать нельзя, ты же знаешь. Уже засыпал, вдруг она. Шикарный, я тебе скажу, кадр. Решил я открыться. Знаете, говорю, здесь творится форменный обман. Эти на сцене петь-то не умеют. Это я за них, за фанерщиков, пою. А если снять завесу полностью, то не за них одних. Весь шоу-бизнес на мне держится. Вроде не верит, но слушает. Всю ночь я аргументы приводил. А с утра она заявила, что будет делать из меня звезду. Всю жизнь, говорит, об этом мечтала. Сегодня идем с Илоной на вечеринку какую-то. Ну да, продюсеры всякие. Айзенспис.
Нравится? Очень. Нет, я целый час здесь нахожусь. Ну что с тобой происходит, а? Извини, я был в студии, записывал новую композицию. О наших маленьких слабостях. Дурак. Всем привет. Знакомьтесь, это Алиса, моя давняя подруга из Свердловска. Очень приятно. Это Артур, моя первая и единственная любовь. И последняя. А это Влад. Влад режиссер. Влад снимает клипы. Если ты ему понравишься, он тебя снимет. Конечно, без проблем. Очень приятно познакомиться. А нам-то как приятно. Дарья! Ой, Ксюшечка, что я тебе скажу? А скажу я тебе следующее, что спасибо. Город Свердловск – это город-завод, поставляющий нам вот такие вот красавицы. Да. Да. Я вот как раз сегодня вечером снимаю клип. Какой? Для певца. Для какого? Ну, для певца. Хотите поучаствовать? Да. Давайте мне свои рыбки подставляйте. И мы сейчас их все вместе наполним. И дружненько выпьем за всеми нами любимый, прекраснейший город, который называется Владивосток. Подожди, какой Владивосток? А? Какой Владивосток? Что? Свердловск. А-а-а! Свердловск! О, без проблем. Запросто. Тогда поехали. Надо еще до этого в одно место заехать. Сейчас? А вы как, поедите? Да. Вечерком заезжайте к нам в павильоны. С момента моего появления на свет прошло всего часов 8, а у меня уже был кавалер. Очевидно, режиссер решил вскружить мне голову и поэтому привез меня в клуб, где, как он клялся, будут выступать будущие поп-идолы. Один из них скромно выпивал в буфете. Бармен, налей мне виски. Я режиссер. Да. Представляешь, я почему-то так сразу и подумала. Снимаю кино для взрослых. Уважаю. Кстати, ты никогда не думала о карьере порнозвезды? Я? Нет? Так подумай. До сегодняшнего дня нет. Подумай, у тебя хорошие данные. Деньги, правда, небольшие поначалу, но со временем что скажешь? С удовольствием. Правильно. Порнофутуризм – это будущее российского кино. А, Жень, может, я на секунду? Когда мечты разбились, а кремы от загара, и девочки под утро теряли свои чары, когда вернуться поздно, когда все грезы брызги, где кино. Ah.
с ног сшибать. Я договорилась, чтобы ты сейчас выступил. Это будет твой первый серьезный шаг на пути к успеху. Серьезно? 100%. Командир, давай песенку попробуем. Она такая, про любовь. И припев. Супер. Да, я иду. Слушай, я тебе что, лабу крауда? Вопрос жизни и смерти. Ладно, на самом ладно. Деле, пожалуйста. Давай, хорошо. Спасибо. Расвидал дельфинов пару посреди полярных вод. Он пылал любовным жаром, а она наоборот. Полюбив ее ужасно, невзирая на мороз, подносил ей ежечасно он букеты снежных роз. Тонечка, отличный парень. Свадьба-то скоро? Так и стужи ледяного края, где в жилах застывает кровь, ярче северных сияний, дорогая, горит любовь. Эй, забудьте! Но она к нему не была, говорила все обман, и вмешалась здесь акула в неудачливый роман. Рвут любимую на части у пингвина на глазах. Сколько муки, сколько страсти, все лицо его в слезах. Стужу ледяного края, где в жилах застывает кровь, ярче северных сияний, дорогая. Ярче северных сияний, дорогая, дарит любовь. Спасибо! Я люблю вас! Хорошо. Спасибо, брат. Спасибо. Ну, поехали. Куда поехали? Ну, в наши творческие мастерские. Ну, поехали. Спасибо. Все было... Куда, 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 куда поехали? Я же из тебя звезду буду делать. Слышь ты, да? Я сейчас из тебя буду делать звезду. Драться, да? Драться? А так умеешь? Старик, поехали. Поехали. Чё такой грустный, Марат? Здорово. Знакомься, Гуня. Это Алиса. Ой, спасибо. Очень приятно, Алиса. На бабки я попал, Денис. На большие бабки. На большие? Это на сколько? 5 штук зелени. Да. Как ты умудрился? Умудрился. Менты меня умудрили. Приняли с кайфом. Знаешь... Мне кажется, что меня кто-то из студентов стуканул. Меня прямо возле вуза взяли. А самое главное, менты не местные были, опера из центра.
дурак. На два трешку дай. Их трое было. По штуке бы хватило. Давай два Джек Дэниелс со льдом. И побыстрее, а то он тут ходит как курица. Ладно? Послушай, Денис, вот этот, который подходил, это он и есть, тот мент. Он главный у них. Он у меня деньги взял. Еще девка с ними. Знаешь, я тебе больше не налью. Почему? А то тебе всюду менты мерещат. Да ладно. Я их знаю. Да я тебе точно говорю, это он, Денис. Он здесь как-то подрался с охраной. Охранный наряд вызвал, и те приехали и отмудохали его. Я думаю, что своего... Можно последний закон, большой? Да. Тем более, опера с Петровки они бы бить не стали, так что ты ошибся. Так ты говоришь не мент, да? Только ты меня не вмешивай. Если что, я тут ни при чем. Да ладно, не переживай, все нормально. Подонки. Алло! Зураб! Это Марат! Марат, говорю! Пойдем, попляшем. Пойдем? Жень, я пойду встречу наших. Давай. Я очень извиняюсь. Приятного аппетита. Молодой человек, вы бы не могли пройти со мной. Разговор есть. Да, запросто. Пойдем поговорим. Давай-ка, давай. Сиди, я сейчас. Ментом представился и на деньги развел. Ни хорошо, ни красиво. Ребят, вы меня с кем-то путаете? Я вас вижу впервые. О, врет, гад, а? Ты у кого сегодня 5 штук взял? Ты, сынок, ротик свой закрой, а то я тебя обижу. Слушай, да я за сынка тебе сейчас, знаешь? Ро-ро, спокойно. Евгений, ты, наверное, не понял, во что ты вляпался. Я пока с тобой нормально разговариваю. Не хочу, чтобы ты отдал 5 штук, которые взял вот у этого юноши лысого. И не надо терепонькать бабушку. Будешь врать, разговор будет другой. Чего ты улыбишься? И тогда ты нам уже не 5, а 10 штук отдашь. Да я же 20 отдам. Что я, жадный, что ли? Анжела, это Алиса. Это Артур. Мы тут приехали с вашим клипмейкером. На него тут наехали. Кто? Не знаю, кто. Во двор повели. За что? Не знаю, что. Шутил, руками размахивал.
ты, во-первых, успокойся и дай там кому-нибудь трубочку. Я извиняюсь, мужчины, а кто у вас тут главный? Ой, а что мы хотели, красавица? У вас к телефону. Правда? Ой. Алло. Да. Кто? Кто? Конечно, знаю. Да, Зураб меня зовут. У Тагира, но... А мы... Куда? Конечно. Что, никаких проблем. Извините. Нет, не надо звонить, пожалуйста. Да. Сейчас передам. Вас с телефона. Алло. Привет. Что с голосом? В горле пересохло. Да нет, все в порядке. Спасибо. Ладно, завтра позвоню. Пока. Ну, Жень, ну, что ж ты сразу не сказал, что друг такого уважаемого человека, еще и режиссер. Да ладно, все нормально. Только крысенка вашего уму-разуму поучите, а то болтлив больно. Из длинных сосудов обязательно надо на трубочек пить. Длинных. Чем длиннее, тем, значит, они помогают, в общем, рассасывать адреналин в крови. И целлюлит расщепляет. Так, внимание. Хай. Дарёт. Привет. Это Андриан. Здрасте. Это Вася. Это Алиса. Простите за прямой вопрос в лоб. Где же вы пропадали? Да. Ну что? Зураб. Зураб. Что, я Зураб? Не виноват. Кто не виноват? Все нормально. Подожди. То есть как? Да так. Потом расскажу. Кстати, Алис. Это не они? Вот. Алиса, а ты кому звонила? И с чего он решил, что я режиссер? Ну, в смысле, не решил, а ну, как он догадался? Соболь, об этом знает вся Москва. Не, слушайте, а в чем проблема? Ну, пойдем попинаем джигитов. Вон Цой. Андриан, сядь. Все, проехали. Смотри. Милая Алиса, вы не могли бы с нами сегодня к нам, так сказать, раскрасить? Ну, поехали уже. Ха. Ну да, поехали. Ага, и дальше бесконечное веселье. Вот так мы приехали. Да, ждем. Это 101 или 102? Бонжур, мадемуазель. Добрый вечер. 753. Прошу вас. Алиса, ты бандитка. Девушка, а у вас номера для животных есть? Ай, молодец. Господа! Спасибо, девушка. Ты что, с ума сошел? We'll be right back.
сюда нельзя. Прекратите фотографировать. Вы бесценны. Это к вам. Алиса! К нам! Друзья! Это Стас. Он нам помогает. Alright, pussy, come on in, pussy lovers! Here at the Titty Twister, we're slashing pussy in half! Что здесь делаешь? Ты как сюда попал? Я еще... Где Алиса? Че, объясню. Что ты мне объяснишь? Почему ты голый, придурок? А? Где Алиса? Алисы и не было. Она была, конечно. Только, в общем, она это я. Ты что мелешь? Я ж тебе за такой базар прямо здесь заделаю. Ты меня уже вчера... заделал. Что?
Подожди, я тебе сейчас все объясню. Вчера, ну вчера, когда вы остались в клубе, я поехал домой, потом... Поехал домой один, в автобусе, ко мне какой-то мужик пристал. Какие странные мысли. Чего? Вот ты с виду нормальный парень, а в голове черти что. Че ты несешь? Какие мысли? Я, молодой человек, явился поставить вас в известность, что наша ассоциация волшебников-идеалистов проводит раз в 10 лет лотерею, призом в которой является исполнение одного заветного желания. Одного? Одного. Вот честно вам признаюсь, я был против вашей кандидатуры. Считаю, что вы один из самых недостойных. Если бы не ваша любовь к чудесам, вы бы вообще не попали в число претендентов. Аристофан. Поэтому я здесь и ставлю вас в известность, что завтра, нет, сегодня, ровно в 6 часов утра, ваше заветное желание исполнится. Засим, разрешите откланяться. Разрешаю. Ты, бать, собой бы занялся. Небось, всю свою пенсию на шмотки тратишь. Тебе, между прочим, лечиться надо. Чего? Говорю, лечиться надо. Лечиться. Да-да-да-да-да-да. Слушай, Жень, я не думал, что все так далеко зайдет. Так думал. Потанцуем. Потанцевали. На самом деле убью. Понял? Амерта. Чего? Амерта. Да кто мне поверит? Давай, вали уже отсюда. Видеть тебя не могу. Девушка, 753 номер, такси, по городу. Шнек, а чё это ты
волшебника, денег не попросил. Ты что, извращенец? Да я вообще у него ничего не просил. Жень, мы друзья. Друзья, друзья, не взди. На. За студент. Скажи мне, где спит твое сердце этой весенней ночью, и когда оно вернется домой. Может быть, все это детский и несерьезно, но я хотел. Да. Такой тёлкой был. Королева просто. Надо было всем ребятам дать. Но это только если знать, что обратно превращусь. Я же не знал. А так опасно. У баб там репутация, придатки. О чем я? О чем? Это подумать только, что со мной произошло. Нет. Лучше не думать. Сейчас уже все нормально, и все забыли. Одно радует. Есть они. И волшебники есть, и чудеса. Мне только, как всегда, сволочь досталась какая-то. Все, Пифагор, приплыли. Убью тебя сейчас. Корж, погоди, а? В шубе ходишь, тварь. Пока русские с голоду пухнут, уничтожу. Хочешь, возьми ее. Возьми, можешь продать. По деньгам даже больше будет. Или носи сам, она теплая. Буквально через 15 минут.
Я бегу, и мне нравится. Нравится, что я мужчина, хотя одинокий. А от волшебника мне, похоже, ничего не нужно. Мне можно, конечно, у него денег попросить. Но он мутный дед, неизвестно, что выкинет. Лучше не связываться. Или треснуть его по башке. А эти два дня? Столько всего было разного. По-моему, неплохо. Ну, не то, что неплохо, конечно, но как-то так. По-молодежному. День проснулся, город дышит. Мы уйдем, пока никто не слышит. Ты к рассвету, я к закату. Все равно придем куда-то. А под утро мы, как дети, попадемся в эти сети. Парики и смешные косы, снимем все и все вопросы. Ага, а мы гуляем, мы крутые. Ага, а мы хорошие, не злые. Ага, когда проснемся, будет вечер, будут выходные. Пойдемся в сети. Аллилуйя, Харе Кришна. Да громче, ничего не слышно. А мы гуляем, мы крутые. А мы хорошие, не злые.